Лунтик, Пират, Принц – все это не театрализованное представление, а участники костюмированного этапа благотворительного забега. В Рязани он проходит традиционно в пятый раз. Притом мероприятие это российского масштаба. Благотворительный забег «Спорт во благо» проходит в четырех городах. Рязань принимает эстафетную палочку у Омска и передает Самаре. Стартовал забег в Нижнем Новгороде. Заявку на участие можно подать на сайте общественной организации «Добрые сердца». Участникам предстоит выбрать, по какой дистанции пробежать. Есть как короткие в 50 метров, а есть и самые длинные – 10 километров. У нас будет несколько дистанций, подобрать себе посильную смогут люди любого возраста и любой подготовленности. Это начинает от 50 метров для самых маленьких, которые могут пробежать даже на коляске вместе с мамой, до 10 километров для самых опытных спортсменов. Будут и забеги для любителей повеселиться, говорит Элина Мальцева. Они костюмированные. Участникам предстоит пробежать 300 метров. Будут оценивать не скорость, а сам наряд. Последние несколько лет в таких побеждает рязанский спортсмен, который, например, в прошлом году оделся Бэтменом. Все забеги благотворительные. Собранные деньги идут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Последние два года мы привлекаем средства на спортивные программы для рязанских детей с синдромом Дауна. За последние два года это была сумма 340 тысяч, и благодаря этим средствам наши дети могли заниматься горными лыжами по программе терапевтического спорта «Лыжи мечты». В 2018 году в забеге приняло участие 150 спортсменов. В этом прием заявок продолжается, как на индивидуальные, так и на коллективные забеги. Валерий Седов, Михаил Костенко, телекомпания «Город».